На этой футболочке нарисованы цветы колорские. И символизирует эта футболочка добро, вот так летучесть нашей Украины. Ученики 4 В к этому дню готовились основательно. Заранее эскизы разработали и роли распределили. Сегодня вместе с другими учениками 11 школы они разрисовывают футболки для аукциона «Баш на баш». Помочь детворе в организации их затеи взялись и родители. Мы считаем, чтобы эта футболка досталась военным АТО, и чтобы они вспоминали, что мы для них можем даже футболки нарисовать, и не только это. Решили продумать концепцию заранее, чтобы было деткам интереснее. Все, что вот именно всем классам можно было колоски делать, точечки небольшие. Взяли элементы Украины. Задача каждого школьника – разрисовать как можно больше футболок. Потом их отправят украинским знаменитостям, а те в обмен пришлют свои вещи. В этом году тематика флешмоба свободна. Рисовать можно что угодно, рассказывает организатор аукциона Игорь Уманский. Парень был одноклассником погибшего Дани Дидека, в память о котором и организовали «Баш на баш». Игорь уже закончил школу, однако, став студентом, продолжает заниматься подготовкой аукциона. Основными условиями являются желтые и синие цвета на футболке. На прошлом аукционе дети и котиков рисовали, и слоников, и дельфинов. Но главное, чтобы желто-синий орнамент. И я думаю, когда спортсмены или знаменитость вообще получают такую футболку, для них это своеобразная поддержка. Присоединиться к флешмобу сегодня решили не только школьники и родители, но и просто неравнодушные люди и волонтеры. Рисуют и мультяшных героев, и казаков, и животных. Но самой популярной темой остается патриотические орнаменты и надписи. Это будет сердце. Сердце будет обрамлено колосками и рябиной, а по краям футболок будет украинская этнорепись. Аукцион «Баш на баш» версия 2.0 пройдет 7 октября в 11 школе. Пока еще ученики продолжают принимать лоты от знаменитостей, а вырученные средства передадут в военный госпиталь и в первый областной детский дом. Александра Новосел, Михаил Воронков, агентство телевидения «Новости».